что-то делать. Что-то делать надо, не знаю что, сейчас расскажу. Вчера иду с работы домой вечером, поздно. А вчера, знаешь, как похолодало, да? Ветер прям. Замерзла вся, иду. Холодно. Вошла во двор, подхожу к подъезду. Вдруг из подворотни, сзади, ко мне подходит мужик, говорит, раздевайся. Я говорю, что это вдруг? Он говорит, я сексуальный маньяк. Я говорю, ой, так я и поверила. Он говорит, пикнешь, прибью. Я говорю, а что мне пикать? Что я тебе, сигнал точного времени, что ли? Он говорит, не буди у меня зверя! Зверя не буди, давай быстро! Я говорю, не, а что, трудно ко мне, что ли, подняться, чем здесь, на сквозняке, своего зверя морозить? Он посинел весь, дрожит, думаю, вора забрало, мужика. Только в лифт зашли, он говорит, все, здесь! Я говорю, да пожалуйста, пожалуйста, только учти, если лифт застрянет, мастер может только утром заявиться, будешь всю ночь работать. Ну, ладно, давай к тебе. Только в квартиру зашли, я дверь на замок щелк. Он говорит, зачем? Я говорю, чтобы я не сбежала. Бежать не думай, а то хуже будет. Я говорю, зачем мне хуже? Мне на хуже и без тебя есть. Мне как раз лучше надо. Ну, ладно, давай здесь. Я говорю, нет. Вот в прихожей не думай, не думай. Вдруг соседи услышат, как я на помощь звать буду. Он говорит, не надо никого на помощь звать. Я говорю, дело покажет. Ты же маньяк. У тебя одно на уме. Вдруг он говорит, у меня на уме ничего нет. Ну как нет? Ты вспомни, зачем ты меня сюда приволок? Он говорит, я не волок, я хотел в подворотне. Я говорю, значит, все-таки хотел. Он говорит, так там темно было, а ты здесь на меня-то посмотри. Я говорю, сейчас и посмотрим, только свет погасим. И выключателем клац, слышишь меня под ногами шур-шур и тишина. Я говорю, маньяк, ты где? Маньяк, найду, хуже будет. Включаю свет. Нет его нигде. Ни на кухне, ни в ванной. Слышу под диваном. А задвигаю диван, смотрю, лежит, забился весь, дрожит. Я говорю, ах ты кот, шелуди. Он говорит, я не кот. Я говорю, а кто? Он говорит, таракан. И на кухне прыг-прыг, кричит, соседи, помогите. Я говорю, ах ты паразит. Про соседей вспомнил. Сейчас ты мне за все ответишь. Набираю номер телефона, говорю, Валя, бери гальку и бегом ко мне. Он кричит, зачем? Я говорю, для расплаты. Мы разведенки, так что амнистии не жди. Тут звонок в дверь. Девки мои пришли, говорят, ну, давай, показывай, где он твой секс-маньяк, террорист. Я поворачиваюсь пусто. Нет его нигде. Я говорю, о, девки, а какой мужик пошел, а? В подворотне он хочет, в лифте он может. А когда дело в квартире, так он через форточку с решеткой выскользнул. Так что, бабы, не верьте, маньяки, они только в кино. В жизни одни болтуны остались.